И с нами на связи Тамила Ташева, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Тамила, здравствуйте. Тамила, приветствуем вас. Добрый вечер. Тамила, сегодня состоялся саммит «Крымская платформа», очень важное мероприятие, на котором прозвучали важные заявления. Как вы оцениваете сам факт проведения этого мероприятия, ну и его результат? Ну, вы правильно задаете на самом деле вопрос, да, что сам факт того, что мы провели в этом году «Крымскую платформу», второй раз после инаугурационного саммита, фактически в активной фазе войны полномасштабной, это очень важно вообще, да, но учитывая уровень участников Крымской платформы, география, которая была расширена, количество участников, мне кажется, это превзошло ожидания очень многих, учитывая, да, повторюсь, полномасштабную войну. Если в прошлом году мы имели 46 стран-участниц, кто присоединился, либо организации, кто присоединился к Крымской платформе, в этом году у нас 60, в этом году у нас 40 лидеров государств, то есть это либо президенты, либо премьер-министры. Другой уровень — это были и представители министров иностранных дел, да, уровень дискуссии и тон, который был задан, мне кажется, был очень высоким, это очень важно. И кроме этого, Украина как государство в том числе показала ту домашнюю работу, которые мы занимались на протяжении последнего года, да, когда мы провели инаугурационный саммит Крымской платформы, открыли национальный офис Крымской платформы на базе представительства президента. В этом году мы презентовали план экономического возрождения Крыма, его презентовал премьер-министр Украины. И, соответственно, мы говорим о том, не что произошло 8 лет назад, не что происходит на протяжении 8 лет, да, те нарушения, которые происходят, но и в том числе мы говорим о деоккупации и том процессе реинтеграционном, процессе восстановления территории полуострова и в экономическом плане. Да, то есть мы говорим о уже визийных таких вещах, историях относительно Крымского полуострова. Это очень важно, это слышно в Крыму, это слышно по всему миру, и поэтому, мне кажется, этот саммит Крымской платформы, он показал перспективность этой площадки политико-дипломатической, в том числе важность объединения вокруг Украины и вокруг темы деоккупации Крымского полуострова. И это вдвойне важно, повторюсь еще раз, что это происходит во время полномасштабной войны, когда происходят обстрелы массированные, когда происходит убийство нашего мирного населения, когда гибнут наши воины на поле боя, когда уничтожается гражданская инфраструктура. Поэтому то, что мы не забываем о Крыме, и то, что не забывает весь мир о Крыме, это очень важно. Тамил, если предыдущий саммит проходил больше в атмосфере дипломатии, то ныне обсуждались сразу все возможные варианты развития событий, все возможные решения. Главная задача — это вернуть Крым домой. Появилось ли сегодня ощущение, что этот процесс или этот факт возвращения Крыма домой стал гораздо ближе, чем год назад? Да, спасибо за вопрос. У меня есть такое ощущение. Я думаю, что оно есть и у наших граждан, которые проживают на территории полуострова. В принципе, последние несколько недель мы имеем много активности относительно Крыма, не только заявления наших международных партнеров, работа внутри страны и заявления и действия со стороны украинских властей, но в том числе все, что происходит, да, в контексте Крыма на территории полуострова, это тоже очень важно. Да? Также очень важно отметить, что та реакция, которую мы видим со стороны страны-оккупанта на Крым, на Крымскую платформу, на невозможность ими давать реакцию какую-то обществу на территории полуострова и объяснение, что же происходит в Крыму, конечно же, я имею в виду в первую очередь, назовем это так, какие-то возгорания на территории авиабаз либо других каких-то военных объектов, да, оккупанты не могут объяснить это людям в Крыму, не могут защитить
себя как оккупационное государство, да, поэтому мне кажется, что да, процесс деоккупации, процесс возвращения полуострова, он будет намного быстрее, чем мы даже предполагали. Ну вот о процессе деоккупации на территории полуострова, я уже говорил, живет 250 тысяч крымских татар, а общее население 2,5 миллиона. А известно ли вам что-то о настроениях вот этой массы людей? Как много действительно там людей ждет и надеется на возвращение Украины? Немного поправлю, не соглашусь с вашими оценками относительно количества крымских татар. По переписи, которая официальная была в 2001 году в Украине, да, крымских татар было около 300 фактически тысяч, да, ну, даже если 250 тысяч. Да, а если говорить, ну, последняя перепись была в 2001 году, крымские татары имеют как бы много детей, это такие многодетные семьи чаще всего, поэтому сейчас крымские татары оценивают количество крымлы, которые проживают на территории полуострова, около полумиллиона, но это не упрощает, конечно, ситуацию, потому что на территорию полуострова въехало от полумиллиона российских граждан. Фактически мы видим такую современную колонизацию территории. Первая колонизация, напомню, была в 1783 году Катериной II, когда она уничтожила Крымское ханство, государственность крымских татар. Да, потом были различные репрессии в 1944 году, фактически завершили они уничтожение народа, да, и высылка, и депортация произошла в 1944 году. Поэтому, да, это проблемно, конечно же, но мы понимаем, что деоккупация все равно будет. С использованием различных механизмов, да, для возвращения территории. И, конечно же, мы уже готовим юридические механизмы для деоккупации и реинтеграции территории, в том числе вопросы, связанные с амнистией, в том числе вопросы, связанные с люстрацией. Сразу же скажу, что под амнистию не попадут люди, которые предали присяге, те, которые осуществляли военные преступления, либо преступления против человечности, нарушения прав человека и так далее, то есть грубые нарушения прав человека или военные преступления осуществляли. Остальные как бы люди могут попасть под амнистию, но в то же самое время попасть под люстрационные различные процессы и не занимать, не иметь возможности занимать должности на территории деоккупированного полуострова. Есть вопросы, связанные с имуществом, есть вопросы, связанные с гражданством, и, собственно, вопросы незаконного нахождения российских граждан на территории Крыма мы также уже сейчас решаем и продумываем законодательную рамку относительно этих вопросов. Да? Поэтому там, сегодня, я повторюсь еще раз, мы презентовали, премьер-министр и президент в своей речи презентовал план экономического восстановления Крыма. Дальнейший, более детальный такой план уже будет презентован и в Берлине, и на парламентском саммите Крымской платформы в конце октября. И, конечно же, этот план будет включаться в общую стратегию восстановления Украины. Да, поэтому очень важно, да, что мы сейчас мы уже даем ответы на вопросы, которые важны будут при возвращении территории, при захождении нами на территорию, наших военных, наших представителей государства, при формировании там, военной администрации и так далее. Поэтому это важные вопросы, над которыми мы сейчас уже работаем. Мила, а уточните, пожалуйста, какие основные пункты в плане экономического восстановления Крыма и сколько это все будет стоить? Вы уже подсчитали? Это на самом деле достаточно рамочный документ, но в любом случае, конечно же, ряд вещей мы уже прописали, это и вопросы связанные, и продумали. Это, к примеру, там, это, конечно же, мы будем делать туристический хаб европейского уровня, куда поедут не только украинские туристы, да, а европейский турист там, среднего достатка. Это будут
хорошие дороги, которые будут включены, да, в эту общую европейскую транспортную инфраструктуру. Это вопросы, связанные с человеческим потенциалом и там, строительство образовательных центров. То есть это ряд моментов, которые касаются как инфраструктуры, как касаются вопросов безопасности, потому что, конечно же, говоря о экономическом восстановлении Крыма, да, то мы должны говорить и о вопросах безопасности, потому что, конечно же, мы настаиваем на том, что Крым должен быть демилитаризирован от российских войск, но в то же самое время мы должны обеспечить безопасность для наших граждан, а безопасность для граждан мы можем обеспечить только путем нахождения там, на территории флота и партнеров, и как бы нашего флота, и там достаточного количества военных для обеспечения этой безопасности. Да? Это вопросы, связанные с электроэнергии, использование солнечной электроэнергии, там, ветряных электростанций и так далее. То есть это ряд вопросов, которые мы сейчас, там, это туристическая инфраструктура, да, если мы знаем, что Крым всегда работает там в режиме 3 месяцев, то мы настаиваем на том, что Крым должен быть туристической такой меккой там 365 дней в году, да, то есть это разные туристические сезоны, это разные должны быть предпочтения для туриста, это и горный туризм, это и зеленый туризм, это и отпуск возле моря и так далее, и так далее. Поэтому детальные планы, конечно же, мы будем презентовать, но ключевое, что если сейчас Крым закрыт максимально, да, он не свободен, люди не могут использовать свой паспорт украинского гражданина и даже путешествовать сейчас уже по там, странам Европы, потому что у нас безвизовый режим, да, мы понимаем, что мы сейчас интегрируемся в Европейский Союз, и паспорт гражданина Украины для крымчанина означает не только интеграцию и быть частью Украины, но и быть частью всего Европейского Союза. Соответственно, это возможность инвестиций, это возможность путешествовать по миру там, и так далее. Поэтому это вопросы свободы, да, свободы, безопасности, чего на данный момент Российская Федерация, конечно же, не может обеспечить. И ряд других вопросов, связанных с экологией, то есть это все моменты, которые мы также закладывали в план экономического восстановления Крымского полуострова. Тамила, спасибо. Надеемся, эти планы будут реализованы. Также надеемся, что третий саммит «Крымская платформа» состоится уже не в онлайне, а, возможно, в самом Крыму. Обязательно. Тамила, спасибо большое. Спасибо. Тамила Ташева была с нами на прямой связи, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Украинский Крым.